Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. В четверг через Зауралье пройдет маршрут небольшого волнового циклона, сопровождаемого дождевыми тучами и аномально теплыми массами воздуха атлантического происхождения. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 15, плюс 17. В Тюмени плюс 17, плюс 19, небольшой дождь. В Кургане ночью облачно, временами небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12. Днем в Кургане облачно, кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. 21 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!